Я начну с портрета, который мне очень нравится. Наверное, все его видели, но на такое хорошее лицо можно посмотреть еще раз. И я бы хотел сказать, вы видите перед собой великого человека. Я говорю так специально, не великого физика. Великих физиков трудно квалифицировать, кто великий, кто выдающийся. Это великий человек в обыкновенном человеческом смысле слова, то есть по своим моральным качествам и по тому, той жизни, которую он прожил и как он ее прожил. Дело в том, что про Андронова написано довольно много. Книги последних десятилетий я вам покажу на последнем слайде. А мне довелось 15 лет работать в той комнате, где, конечно, задолго до меня сидел сам Александр Александрович. Это здесь, в этом же дворе, в бывшем здании НИИ ПМК. И руководила отделом Евгения Александровича Леонтовича Андронова, его жена. И кроме книг, я просто много слышал про Андронова от Евгения Александровича. И вот писали книги разные люди. И разные люди не писали книги, а просто писали воспоминания об Андронове. И эти люди разные и по профессии, и по своему положению, и даже, ну, как все мы, разные по своим качествам. Но мнение об Андронове, как о человеке, у всех совершенно необыкновенно высокое, я бы сказал. И лучшие слова, которые я знаю, причем они точные, как математическая формулировка, принадлежат Габриэлю Симоновичу Горелику. Цитирую по памяти. «Если бы меня спросили, кто из людей наименее отличается от моего идеала хорошего человека, то это, несомненно, Александр Александрович Андронов». Это цитата. Но рассказывать я буду не про Андронова как личность, а про Андронова как математика. И вот название этой лекции, которая, надо сказать, ну что в тайне держать, обсуждалась с организаторами, предлагались другие названия. Я-то, рассчитывая на старшее поколение, назвал это, чтобы появилась аллюзия. В свое время при советской власти, ну тут мало кто есть, кто застал советскую власть, были такие работы, причем в большом количестве. Если вы откроете интернет, вы увидите. Например, «Ленин и музыка». Ну, что можно сказать про «Ленина и музыка»? Любил пассионату, а про Ленина написано много песен. И вот это обсасывалось в разных... Но это для примера, не обязательно «Ленина и музыка». Но понятно смысл. Здесь смысл совсем другой. Почему имеет смысл Андронов и математика? Андронов по образованию был физик. Насколько я понимаю, каждый физик знает, и очень многие физики хорошо знают математику. Симметрии здесь нет. Есть математики, которые совсем не знают физику. Хвастаться нечем, но вот я такой. А физиков, не знающих математику, практически нет. Но далеко не все физики, которые знают математику, занимались математикой профессионально и внесли в нее, можно сказать красиво, неизгладимый вклад. Конечно, Андронов не единственный физико-математик. Можно назвать еще много имен, ну, с десяток. Ну, например, если говорить о наших земляках, то это Николай Николаевич Боголюбов. Конечно, Пуанкаре, который будет сегодня упоминаться много раз, тоже был частично физик. Частично математик, частично философ. Но в конце концов Ньютон был и математик, и физик. И вот речь пойдет о том, все физики, которые внесли вклад в математику, у них свой путь. И вот речь пойдет о том, какой путь был у Александра Александровича Андронова. Значит, я считаю, что специалистов здесь нет, хотя я вижу, что некоторые есть. Но я буду рассказывать, как любят заявлять все лекторы, и мало кто выполняет, достаточно знаний школьной программы. Но вот я постараюсь удержаться в этом потоке. И чтобы рассказать, что Андронов сделал в математике, и попутно, как сложилось, что он стал заниматься математикой, мы начнем с Ньютона и начнем. Значит,
Средняя школа, как все знают, Ньютон сформулировал законы механики. И второй закон Ньютона, который здесь написан в одной из возможных форм, векторной форме, я даже читать не буду, поскольку это все знают. Для того, чтобы не мучиться с векторами, нам это здесь не надо, мы будем считать, что у нас на прямой двигается материальная точка М, масса М маленькая, и тогда закон Ньютона запишется как дифференциальное уравнение. Ускорение – это вторая производная координаты по времени. И мы получаем дифференциальное уравнение. И вот практически с 18 века постепенно и довольно быстро физики и вообще исследователи стали понимать, что большинство процессов в механике, а потом, оказывается, и в химии, а потом и в других областях физики, и так далее, вплоть до социальных наук, описываются дифференциальными уравнениями. И поэтому возникла задача решать дифференциальные уравнения. Она возникла, можно здесь сказать, из физики, но она, в общем, совершенно корректная математическая задача. Но если написать, что такое дифференциальное уравнение, вот там написан общий вид, функция f от кучи переменных, n в скобочках – это n производная. Все можно перенести в одну часть, обозначить f и равно нулю. Об уравнении в таком общем виде ничего разумного, в смысле, как его решать, сказать, конечно, нельзя. Хотя некоторые факты при условиях на функцию f были давно доказаны, теоремы существования единственности решения при заданных начальных условиях. Но одно дело, что знать, что оно существует, а в жизни и в физике всегда надо его искать. Так вот, оказалось, что решить дифференциальное уравнение, конкретное, конечно, в таком общем виде говорить нечего, далеко не всегда удается. Вот самый простенький пример, который я решил привести. Пусть у нас такое уравнение – x точка – это dx по dt равняется логарифму x. Все функции простые, давно известные. Мы, конечно, можем написать в дифференциальной форме. Теперь обе части проинтегрировать. И оказывается, что вот этот интеграл dx, деленный на логарифм x, не берется в элементарных функциях. Элементарные функции, напомню, это многочлены, тригонометрические функции, показательные, логарифм и их суперпозиции. Ну, их бесконечно много, но все-таки совокупность очень маленькая. Можно, конечно, взять, посчитать по точкам и ввести новую функцию, которая называется интегральный логарифм. Можно ее изучить, что, конечно, давно сделано. Вот ее график. Но это совершенно не тот путь, который нужен для решения задач. Это мы скорее функцию ввели дифференциальным уравнением, а не изучаем процесс, который описывается. Но тут еще куда ни шло. Здесь все-таки мы выразили решение в этой простенькой задаче в виде интеграла. Как говорится, записали в виде квадратур. Но иногда и этого нельзя сделать. И вот совокупность дифференциальных уравнений, которые удается решить, она практически вся проходится в вузах, причем и в технических тоже. Это линейные уравнения, уравнения с разделяющимися переменными, ну и еще несколько специальных классов, уравнения Бернулли и так далее. То есть их можно пересчитать по пальцам число типов одной руки. А в задачах, даже при сильных идеализациях, происходит совсем другое. Появляется уравнение, решить которое не удается. От старших производных можно избавиться, заменяя типы x две точки, x точка равно y, и тогда вместо уравнения будет система. И вот мы рассмотрим довольно простой вид системы. Это система двух дифференциальных уравнений. Для дальнейшего существенно, почему объяснять не буду, что время явно не входит никуда, то есть системы автономные. Функции p и q, которые стоят в правых частях, время не входит. И вот нам интересно узнать, как такую систему решать. Но мы уже знаем, что вообще говоря, решать мы ее не умеем, и никаких надежд, что научимся, нет. Можно было бы решать приближенно. Таких методов много.
Но приближенные решения, во-первых, не отвечают на вопросы, что будет через очень большое время. Предположим, что мы описываем движение небесных тел, и нас интересует, упадет Луна в конце концов на Землю или нет. Приближенными вычислениями на этот вопрос не ответишь. Во-вторых, при приближенных вычислениях сильно накапливаются ошибки. И если вы сдвинули начальные данные, то всегда трудно сказать, какое отношение имеет ваше приближенное решение к действительному. Значит, вот пусть есть решение системы, которое надо еще задать начальную точку. Как же с этим справляться? И вот идею, как с этим заниматься, я придумал Пуанкаре, чтобы некоторые слова были понятны. Давайте будем изображать решение на плоскости с координатами x и y. Они, наверное, появятся. Что-то у меня не появились x и y, но это можно додумать. В простом частном случае, когда функции p и q обращаются в ноль, это значит, что производные равны нулю, а если производные равны нулю, то функция константа. И значит, если начальное условие – та жирная точка, которая там появилась в системе координат, сейчас зайчик проверим. Зайчика нет, да? Нет? Ну, не надо. Точку жирную видно. И эта точка неподвижная. Координаты не меняются, значит, есть система в этой точке, она будет там все бесконечное время. Если взять другие начальные условия, о, зайчик есть, например, где-то здесь, то точка начнет ползти. Вот этот путь движения точки со временем называется траекторией. Время здесь входит как параметр. X, x от t, y, y от t. И получается траектория. Конечно, она здесь не вся нарисована, а только какой-то ее отрезок. Наконец, бывают еще траектории замкнутые, то есть которые имеют вид простой замкнутой кривой без самопересечений. И вот для того, чтобы разобраться, как и что здесь бывает, смотрят не на решение, как на формулы, которые, как на выражения, которые задаются аналитическими формулами, а пытаются понять, как устроено разбиение пространства из изображающих положение системы в разные моменты времени на траектории. Вот то пространство, точка в котором отвечает состоянию системы, принято в этой науке называть фазовым пространством. А вот в фазовом пространстве есть траектории. И сразу возникают вопросы. А. Что бывает? Б. Что будет, если немножко изменить уравнение? В. Чего невозможно? Что невозможно? Г. Как определять одинаковые в принципе системы или разные? И вот разбиение вот этого фазового пространства на траектории называется фазовым портретом. Вот все слова, которые были до этого, они были до Андронова. А термин «фазовый портрет» придумал Андронов. Андронов блестяще владел языком и хорошо писал тексты научных работ, что характеризует абсолютно далеко не всех выдающихся математиков или физиков. И Андронов, его язык был живой и образный. Он придумал много терминов, которые остались у науки. Но фазовый портрет, тут образность, конечно, есть как портрет, но есть еще гораздо более яркие. Я, может быть, их потом назову. И вот идею, как справляться с такой задачей, примерно идею я рассказал, она принадлежит Пуанкаре, но Пуанкаре разработал и технику. Пуанкаре сам занимался разными задачами, как в физике и в математике, и он занимался задачей трех тел. Значит, представим себе, что есть Солнце, Земля и Луна, между ними действуют силы притяжения, согласно закону всемирного тяготения. Ну и надо описать движение системы. В основном нас интересует, устойчивая эта система или нет. Задача очень трудная, она не решена до сих пор. Там несколько сотен интегрируемых случаев найдено. И вот этой задачей занимался Пуанкаре.
И он понял, что эти уравнения не интегрируются, ну, потому что они нелинейные. И придумал вот такую технологию рассматривать, как поведут себя траектории в совокупности, все вместе в некотором смысле, то есть изучать фазовые портреты. Он опубликовал это в большой серии статей, ну, трактатов, можно сказать. По-моему, там 6 трактатов, они публиковались в журнале, который указан, журнал математики чистой и прикладной, на протяжении 6 номеров, по-моему. Ну, в общем, даже в разные 2 года. И вот он заложил основы этой науки. Идем дальше. Что Пуанкаре выделил? Он выделил, какие бывают характерные точки. Вот неподвижные точки, как ведет себя система в окрестности этой неподвижной точки. Здесь показано, это все знал уже Пуанкаре. Значит, здесь 4 особые точки разных типов нарисованы. Внизу подписано, как они называются. Но я все не буду, но я вот скажу седло. Похоже, что большинство проходило аналитическую геометрию. Вот есть такая поверхность второго порядка, что линии уровня у нее устроены как траектории в седле. Дальше понадобится, что вот здесь есть через саму неподвижную точку, через саму особую точку, это синонимы, две траектории выходят и две траектории входят. Вот это существенно для седла. Ну и дальше, например, последнюю еще покажу. Это узел. Здесь все траектории входят. Не обязательно так, как здесь нарисовано. Здесь одно направление, так называемое ведущее. Можно представлять себе как точку, в которую так равномерно входит со всех сторон траектории. И еще Пуанкаре выделил очень важный вид траекторий специальных, которые называются предельные циклы. Но поскольку я картинки рисовал не сам, то вот эта картинка меня не очень устраивает, потому что тут не виден предельный цикл, и приходится показывать. Вот, оказывается, здесь траектория. Зайчик. Ага. Вот она движется так по спирали, но она к центру не стремится, она что-то наматывается. А изнутри другая траектория тоже наматывается на это что-то. Это что-то, вот ее бы надо было выделить красным, но я дрожащей рукой попробую выделить. Это предельный цикл. Что такое предельный цикл? Замкнутая траектория, на которую изнутри и снаружи наматываются траектории. Возможен случай, когда изнутри и снаружи сматываются. Возможен случай, когда с одной стороны наматываются, с другой сматываются. Но вот это вот не предельный цикл. Тут ничего не наматывается, здесь все траектории просто концентрические окружности. Это называется центр. Вот это сделал Пуанкаре. Теперь мы можем перевернуться к Андронову. Конечно, биографию Андронова я рассказывать не буду, ее можно легко прочитать. И то, что я буду сейчас рассказывать, тоже можно прочитать, но это уже имеет отношение к делу. Какой был научный путь Андронова, даже образовательный путь Андронова? Андронов поступил в Московское высшее техническое училище, сейчас Государственный технический университет имени Баумана. Немножко там поучился, но уже когда учился, он начал слушать лекции в Московском университете. Просто ходил слушать лекции. И потом, послушав, поняв, какие у него устремления, он перевелся в 1923 году на физико-математический факультет Московского университета. Вот мы привыкли, что у нас физиков учат одни люди – и по одним программам, а математиков учат другие люди, лекторы, и по другим программам. В Московском университете в те годы было не так. В Московском университете лекции по математике, то есть будущим профессионалам-математикам, предполагается, читали вместе и математикам, и физикам. И это было замечательно, потому что физики получали математическое образование, ну, в зависимости от места, вот в МГУ высшего уровня. Мне захотелось узнать, когда я начал готовить этот доклад, а кто конкретно читал лекции по математике по току Андронова.
Ну, я написал письмо Сергею Сергеевичу Демидову, который президент, Всемирной академии истории и науки, профессор Московского университета и наш главный историк математики. И сам он в Московском университете. И я надеялся, что он мне напишет, те годы читали те-то и те-то. Оказалось, что это вопрос неисследованный. И Сергей Сергеевич мне ответил, что когда мы решили это изучить, оказалось, что документов не сохранилось. И теперь мы по крупицам, программа у них такая есть, узнать, кто в те годы читал лекции. Но пока неизвестно. Но зато то, что уровень лекции был высокий, он написал в конце своего письма. Одно можно сказать, что на факультете читались спецкурсы по разным и очень новым разделам математики, и атмосфера была творческой. Достаточно вспомнить, что это годы стремительного взлета Колмогорова, действовал Хинчин со своими семинарами, читал лекции Руссон и так далее. То есть я бы назвал, что это годы предвестники золотого века советской математики. Так называется период примерно с 30-х годов по 80-е годы прошлого века. Ну вот потом я еще нашел воспоминания известного тополога Вадима Арсеньевича Ефремовича, который учился чуть позже. Им лекции читал Николай Николаевич Лузин. Он читал лекции по курсу алгебры. Под курсом алгебры здесь понимается алгебра многочленов и линейная алгебра. Такая классическая алгебра. В 1925 году Андронов поступил в аспирантуру к Леониду Исааковичу Мандельштаму. Это был совершенно замечательный человек. В общем, в каком-то смысле, если вы вспомните, что я вначале говорил про Андронова, к Мандельштаму это тоже во многом относится. И вот цитата. «Решающее значение для формирования Андронова как ученого имела его аспирантура в Московском университете». Эта цитата принадлежит тоже нашему земляку, я его уже упоминал, Габриэлю Симоновичу Горелику. Еще одна цитата, которая показывает, чем Андронов занимался сначала. У него сначала были общефизические интересы, я бы сказал, модные интересы. Его влекла атомная физика, та новая область исследования, куда устремилось большинство молодых теоретиков 20-х годов. Во время аспирантуры он занимался статистической физикой и некоторыми вопросами квантовой физики. Но в конце аспирантуры творческие силы Андронова сосредоточились на вопросах генерации колебаний, поставленных в порядок дня радиотехникой в связи с появлением электронной лампы. Этим вопросом была посвящена его диссертация. И почти все дальнейшие научные исследования Андронова явились развитием содержащихся в ней идей. Леонид Исаакович Мандельштам, учитель Андронова в аспирантуре и позже, и потом они сотрудничали, был пропагандист. Он был физик, чистый, так сказать. Чистый физик, знающий математику хорошо, как я говорил в начале. И он одним из первых понял важность изучение нелинейных систем для того, чтобы описывать колебания. Значит, колебания в линейных системах важны по двум причинам. Одна причина – они иногда вредные, но что-то идет в разнос. Ну, там начинает вибрировать крыло самолета или мост раскачиваться, и это надо гасить. В радиотехнике ситуация другая. Там, наоборот, колебания надо генерировать, чтобы они были устойчивы, довольно мощные и так далее. И вот Леонид Исаакович Мандельштам посвятил много сил пропаганде, как он сам говорил, нелинейного мышления. У него есть много текстов по этому поводу, но вот они все замечательные. Просто их приятно читать, как, если хотите, просто как произведение литературы, кроме всего прочего. И вот один из таких текстов, это доклад, указанный внизу, на конференции всесоюзные по колебаниям в 1931 году, опубликован в 1933 году в «Успехах физических наук». Я чуть-чуть поцитирую. «Соображения, на которых не буду останавливаться, приводят к заключению, от которого, по-моему, нельзя уйти. Требования, предъявляемые нами к генераторным устройствам, несовместимы с линейностью, а значит, те системы, которые нам нужны, должны удовлетворять нелинейным дифференциальным уравнениям».
Напомню, что вначале я пытался объяснить, может быть, не очень хорошо, что нелинейные – это как раз те, которые не поддаются никакой систематической программе для их решений. Физика колебаний поставлена сейчас перед задачей ознакомиться серьезно с теорией нелинейных дифференциальных уравнений. И, наконец, поэтому я считаю, что наша задача теперь, наряду с полным развертыванием экспериментальной работы, стараться найти и разработать адекватный теоретический метод. Я думаю, что без помощи математиков нам не обойтись. Но получилось так, что математики были не приглашены для этой задачи, а были выращены в самой среде учеников Мандельштама. Не претендуя на полноту списка, хотя он почти полный, я назову его учеников, и я уверен, что большинство фамилий вам известны. Это Игорь Евгеньевич Там. Они упорядочены хронологически по возрасту. Александр Александрович Андронов, Семен Манилович Хайкин, Александр Адольфович Вит, Михаил Александрович Леонтович, Сергей Павлович Стрелков, Габриэл Симонович Горелик и Сергей Михайлович Рытов. И вот из этих людей колебаниями занимались, ну, в значительной мере, Андронов, Хайкин, Вит и Горелик и какой-то период Рытов. Но колебаниями занимались как физики, а как математики колебаниями занимались Александр Александрович Андронов и Александр Адольфович Витт. Как это произошло? Дело в том, что Мандельштам, будучи образованным человеком, знал те работы Пуанкаре, о которых я упомянул. Вот эти работы о кривых, определяемых дифференциальными уравнениями. Он знал, что Пуанкаре занимался задачей трех тел, знал, что эта задача, Мандельштам знал, что эта задача нелинейная, и знал, что Пуанкаре разработал подход. Это было сказано, конечно, знал Мандельштам раньше, но в том же докладе это было сказано, что этот метод заложен в знаменитых работах Пуанкаре 80-х годов. Эта книжка была переведена на русский язык. Переведена она была Евгением Александровичем Леонтовичем и Артемием Григорьевичем Майером, нижегородскими математиками, ну, людьми из школы Андронова. Но и там были дополнения. Редактором был Александр Александрович Андронов. Значит, это перевод вот тех шести трактатов под одной обложкой о кривых, определяемых дифференциальными уравнениями. На связи этих математических работ, продолжал Мандельштам, с нашими физическими проблемами указал Андронов. Он вместе с Виттом приспособил потом этот аппарат к нашим проблемам, применил его к целому ряду конкретных задач, проверил им решение задач, полученных другими авторами раньше, и сделал его более или менее рабочим аппаратом в нашей области. Это так Андронов пропагандировал, что и должен делать, конечно, учитель, труды своих учеников, кроме того, что он пропагандировал просто нелинейное мышление. На самом деле было немножко не так. Вот Рытов в своем интервью Горелику, другому Горелику, историку физики, действующему в настоящее время, в 91 году рассказывал: конечно, средства и теорию нашел Андронов, но где искать, указал Мандельштам. Вообще Мандельштам, когда говорил со своими учениками, у каждого ученика, который от него выходил, создавалось впечатление, что это он сам придумал и пошел по этому пути. Ну, так вспоминают ученики. Ну, то, что там дальше можно не читать, может быть, конец только, что готовый аппарат был у Пуанкаре, сразу примененный, но поначалу на фазовой плоскости. Значит, что же там увидел Андронов? Это уже без Мандельштама. Где искать, указал Мандельштам, а вот нашел сам Андронов. Андронов нашел адекватный, то есть правильно соответствующий математический образ для колебаний в нелинейных системах.
Это так называемые автоколебания. Термин принадлежит Андронову. Что такое автоколебания? Автоколебания – это колебания в системе, неважно, механической, радиотехнической или какой-нибудь другой, которые обусловлены внутренним устройством системы. А сила, которая действует на систему, может иметь совсем другой период, чем эти колебания, а может быть вообще не периодически. Самый наглядный пример – это часы. Лучше здесь представить себе часы с ходиками. Как вы все понимаете, там происходит колебание. По крайней мере, мы слышим тик-так. Значит, колебания, которые там, пробуждают звуковые колебания. А гиря-то, она не периодическая, она висит и монотонно действует. Так что это колебания, которые обусловлены устройством самих часов, а не периодичностью силы. Вот такие колебания, которые происходят в самой системе не из-за периодичности внешних воздействий, Андронов назвал автоколебаниями. Это его термин, который стопроцентно используется до сих пор. Значит, было это сделано еще в 1929 году, но примерно в то же время, когда Андронов написал диссертацию, и вот были публикации это во французском журнале. Интересно, что совсем недавно в работе 2010 года выяснилось, что Пуанкаре тоже это понимал. Пуанкаре это сказал в своих лекциях, когда его пригласили прочитать в 1908 году, прочитать лекции во Франции в школе почты и телеграфа. Значит, он прочитал там цикл лекций, и там он сказал то же самое. Но никто в мире, включая французов, не говоря уже о других и о наших исследованиях, не знал этих работ. Эти работы, примерно в 2010 году, на самом деле чуть раньше надо было написать, нашли два французских исследователя. Первый из них – это Жан-Марк Жиру. Он специалист по нелинейным колебаниям и историк математики. А второй – это Луис Пертигжира. Он просто историк. Вот они это открыли совсем недавно. Понятно, что раз никто не знал, то никакого влияния это открытие Пуанкаре на науку не произвело. А вот открытие Андронова, которое было сделано позже и, конечно, независимо, оно, в общем, очень существенное. И Андронов в первое время начал работать с Виттом. Значит, они работали очень много. Витт был чрезвычайно способный человек. Значит, у него была такая манера работы. Значит, стиль Витта. Он, когда хотел изучить какой-то предмет по книге, он положит книжку на стол, сам ляжет на диван и думает, что бы могло быть написано в этой книжке. Мандельштам говорил про Витта, что легкость у него моцартовская. А сам Витт говорил такое: если вы будете работать, то у вас, делать преобразование, вычисления, все плохое сократится, а все хорошее останется. В хорошей математике так и происходит, в общем. Правда, не всегда с самого начала, иногда после длительной работы. И вот эти люди начали писать работы, и они начали интенсивно учиться, интенсивно развивать эту тематику. Значит, вот здесь целый ряд работ, я их не буду описывать. Во-первых, я не специалист по этой области математики. Во-вторых, у меня все равно не хватит времени. В-третьих, это не так уж просто. Я опишу качественно, что вот последняя работа – это о статистическом рассмотрении динамических систем, где еще третий соавтор, академик Пантрягин, о котором я еще скажу. Это была работа, которая настолько опередило время, что до сих пор после исследований конца прошлого века там до конца еще не дошли. Там масса задач, и целый ряд людей этим занимаются. Значит, уже раз я заговорил о Витте, то, что не относится к математике, а относится к теории колебаний. Все, кто в курсе, знают, но я же не знаю, слушатели, я считаю, что я должен повторить. Была написана такая замечательная книга, которая называлась «Теория колебаний». Ее написали три человека, там три автора: Александр Александрович Андронов, Александр Адольфович Витт и Семен Михайлович Хайкин.
Но книга вышла только под двумя фамилиями. Первый – Андронов и третий – Хайкин. Дело в том, что в 1937 году ВИД был необоснованно репрессирован, и в 1938 году умер на Колыме. И когда книгу издавали, оставить имя Витте в числе авторов не было никакой возможности. Вообще вопрос стоял так – либо книги не будет, либо книга будет с двумя авторами. И несмотря на очень тяжелые моральные такие колебания, все-таки авторы согласились убрать Витте. И Пантрягин в своих воспоминаниях пишет, что когда пришла корректура, там было написано «Андронов, две запятых и Хайкин». Почему две запятых? Ну, вид посерединке выпал. Но потом книга была дважды переиздана. Один раз переиздана, переработана Железцовым, а второй раз переиздана оригинальная книга, и, конечно, потом уже с тремя авторами. Книга, ну, если про книгу так говорить можно, можно ведь, да, книга имеет свою судьбу. Книга жива до сих пор. Это до сих пор одна из лучших книг по теории колебаний. Так вот, я приведу одну картинку из работы Андронова и Витте про систему Ван дер Поля, который на Западе занимался близкими задачами примерно в то же время. Вот здесь показано, в чем состояла задача. Значит, автоколебанием отвечает предельный цикл. Значит, надо смотреть, как в системе, ну, физической и, значит, в математической системе дифференциальных уравнений, этот предельный цикл может появиться или исчезнуть. А для этого есть разные возможности, которые, в общем-то, совсем не очевидны. Вот здесь приведена картинка, как может появиться предельный цикл. Вот здесь седло. Вот здесь, несмотря на то, что написано «устойчивый фокус», это устойчивый узел. Дело в том, что и в хороших книжках бывают ошибки. Значит, вот этот узел при изменении параметров начинает приближаться к седлу и влипает в него, и получается сложная точка, седло-узел, так что сепаратриса выходит и возвращается в эту же точку. И при дальнейшем, сколь угодно малом изменении параметра, возникает предельный цикл. Вот здесь все траектории снаружи на него накручиваются, а траектории изнутри, вот из этого фокуса, они на него накручиваются изнутри. Вот так в этой системе образуется предельный цикл. Это одна из бифуркаций. Вот такое изменение называется бифуркацией. Рождение предельного цикла. Термин «рождение цикла» тоже андроновский. И понимаете, почти никто никогда не говорит «цикл появился». Все говорят «цикл родился». У меня почему-то перестал действовать... Вот так работает, да, спасибо. Вот видите, я обвел ошибку из книжки «Кружок». Значит, вот одна из задач важных – какие способы появления цикла. И вот есть один интересный способ появления цикла, который сначала был заявлен Андроновым на той же конференции, откуда цитировался доклад Мандельштама, а потом был подробно опубликован, к сожалению, здесь сползло, но это не так уж важно, в совместной работе Александра Александровича Андронова и Александра Григорьевны Любиной. Судьба этой публикации интересна, она имеет значение для дальнейшего фрагмента. Значит, они написали работу и решили опубликовать ее в ученых записках Горьковского университета. Но в ученых записках Горьковского университета ее очень долго не публиковали. И тогда они ее немножко переработали и послали в журнал экспериментальной и теоретической физики. В результате в один и тот же год она была опубликована и там, и там. Это 1935 год, там он за портрет попал. И, к сожалению, она осталась малоизвестной. Но ученые записки Горьковского университета, при всем уважении к Горьковскому университету, не все читают на Западе, скажем так, мягко. И, по-видимому, журнал экспериментальной и теоретической физики –
тоже читают не все. Короче говоря, эта бифуркация, которая вот здесь показана, она хитрая бифуркация, она состоит вот в чем. Вот у вас есть траектория, которая накручивается на эту точку. Это устойчивый фокус. При изменении параметров тут происходит уплотнение траектории такое, что вдруг, откуда ни возьмись, появляется здесь предельный цикл. И после прохождения этого момента появления предельного цикла, вот он здесь, жив, все, здоров, снаружи траектории накручиваются так же, как здесь, а изнутри они накручиваются изнутри фокус. Вот это такое рождение. Его можно описать не такой уж сложной системой. Вот эта система. Правда, это не та система, которая была у Андронова, а это уже из современного учебника. Там внизу будет ссылка из какого. Посмотрите, она не так уж сильно нелинейна, она простенькая. Тут всего два уравнения, а нелинейность третьей степени. Ну, справа x1 на x1 в квадрате. Вот там x1 в кубе. Тем не менее, происходит такой эффект. Эта бифуркация называется бифуркация Андронова-Хопфа. Что тут делает Хопф? Хопф уже после войны, независимо от Андронова, я же вам рассказал, что никто не читает журнал «Ученые записки Горького университета», по крайней мере, тогда не читал, ничего этого не знал и открыл эту бифуркацию независимо. Правда, в более сложной ситуации, в многомерном случае, ее стали все называть бифуркацией Хопфа. Когда что-то все называют одним именем, вернуться к правильному названию практически невозможно. Мне кажется, что я знаю, как все-таки имя Андронова вернулось к названию этой бифуркации. Много лет назад, при очередном юбилее со дня рождения Андронова, в университете были организованы андроновские чтения, и приезжал выдающийся советский математик Владимир Игоревич Арнольд. Я присутствовал на этом докладе и помню дословно, когда Арнольд рассказывал про эту бифуркацию, он сказал дословно: «Эту бифуркацию открыл Андронов, поэтому она называется бифуркация Хопфа». Естественно, все засмеялись. Но я довольно хорошо знал Владимира Игоревича, и у него была манера удачно найденную шутку повторять потом раз 50 в разных докладах. Что он и делал. В результате бифуркация называется бифуркация Андронова-Хопфа. Хотя разница между открытием, сделанным Андроновым, и Хопфом 13 лет. Вообще, отвлекаясь немножко, чтобы вы отдохнули, мир устроен так, что большинство названий, по крайней мере в математике, неправильные. Ну, например, декартовые координаты. У Декарта координат не было в том плане, как мы их понимаем. Они названы так не потому, что Декарт их придумал, а потому что в честь Декарта, так сказать. Теорема Пифагора. Теорема Пифагора была открыта... Но ее открывали все, кому не лень, потому что когда строишь, она открывает, при строительстве она открывается. И уже она была точно в древнем Вавилоне известна. Ну, почти все. Легче найти, привести пример, труднее привести пример правильного названия. Почти все остальные неправильные. Например, формула Ньютона-Лейбница. Ни Ньютон, ни Лейбниц ее никогда в жизни не писали. Они понимали, что есть связь между интегралом и производный, но если уж правильно называть, это будет примерно так выглядеть. Формулы Ньютона, Лейбница, Кавальери, Торричелли и так далее. И вот, поскольку есть такая ситуация, Владимир Игоревич Арнольд однажды где-то написал фразу, которая называется «Принцип Арнольда». Если какое-либо понятие имеет персональное имя, то это не имя первого открывателя. Дальнейшая судьба этой фразы очень интересна. Его приятель и коллега, американский математический физик Берри, после этого написал: «Принцип Арнольда применим сам к себе». Что, как вы понимаете, и эта фраза принадлежит первоначально не Арнольду. И действительно, равносильный принцип, нет научного открытия, которое названо по имени его первоначального открывателя, называется законом Стиглера.
по имени Стиглер, который опубликовал его в 1980 году. Это статистик из Чикаго. Но и сам Стиглер приписывает авторство этого закона социологу Роберту Мертону. Так что и закон Стиглер тоже самоприменим. Но вот я пытался вас просто немножко развлечь, а заодно, чтобы вы не думали, что если что-то называется именем, надо просто проверять. Я же не хочу сказать, что ни одного справедливого названия нет. Но все-таки надо проверять. Значит, следующий этапный момент в этой науке был ознаменован работой Андронова и Пантрягина «Грубые системы». Но Пантрягин – это великий советский математик, академик. Интересно, в каком плане интересно? Интересно в плане, как устроена математика, я бы так сказал. Пантрягин был слепой с детства, занимался вещами, связанными не только с алгеброй, что, казалось бы, похоже на игру в шахматы вслепую, но и с геометрией, где надо мощное геометрическое представление. И таких математиков незрячих можно привести еще примеры, причем и академиков тоже. Поэтому я своим студентам говорю, что есть теорема. Главное не записывать лекции, а их слушать. Глухих математиков я не знаю ни одного, ну, кроме тех, кто теряет слух с возрастом. Так вот, в этой замечательной работе было введено понятие грубой системы. Рассматривается система А, та, что я уже писал, а теперь представим себе, что мы немножко изменили правые части. То есть функции, которые обозначены маленькими буквами P и Q, они действительно маленькие. Например, просто коэффициенты меняются, если там стояли многочлены. Немножко. Возникает вопрос, почувствует эта система или нет. Так вот, те системы, которые этого не чувствуют, названы грубыми. Как вы видите, опять термин из обычной жизни – грубые системы. Вот определение. Я его читать не буду. Не потому, что оно очень трудное, его понять нельзя. Оно естественное. Просто оно длинное. Я вам объясню по-другому, а здесь я прочитаю сноску из той же знаменитой работы, это знаменитая работа Андронова-Пантрягина, к этому определению. Это определение грубости системы можно рассматривать как определение устойчивости совокупности траектории динамической системы по отношению к достаточно малым изменениям правых частей уравнения А. Устойчивость такого рода представляет интерес для физики. В тех терминах, в которых я сегодня начинал рассказывать, можно сказать, это устойчивость фазового портрета. То есть вы даете изменения в правой части системы, меняете коэффициенты, а фазовый портрет в своих существенных чертах, каждая траектория двигается, а структура разбиения на траектории не меняются. Ну, понятно, что физика имеет дело только с такими вещами. Система должна быть устойчива по отношению к малым возмущениям, иначе она не будет работать. Вот это и написано в примечании. А я попытаюсь объяснить, что такое грубые системы на совершенно школьном материале. Вот то, что рассматривали Андронов, Вит, Пантрягин и так далее, что рассматривается в качественной теории дифференциальных уравнений, можно так здесь закодировать. Множество объектов этой системы, такого вида, динамические системы. Фазовое пространство, если тут две переменных, то это плоскость. А фазовый портрет – разбиение на траектории. А мы сейчас рассмотрим аналог. Множество, которое мы будем рассматривать, это просто многочлены с действительными коэффициентами. Гораздо более простой объект. Фазовым пространством будет просто прямая. А устройство этого многочлена или фазовый портрет – это как там устроены корни, то есть структура множества корней. А про структуру множества корней давным-давно много известно. Но, скажем, многочлен степени n имеет не более n действительных корней. А какая там может быть структура? Это точки на прямой. Значит, вся структура заключается в том, сколько именно этих корней. Так вот, рассмотрим самый простой случай. n равно 2. Значит,
Наше множество – это множество многочленов, а х квадрат плюс bx плюс c – квадратные тричлены. По-моему, это многие знают из школы. Корни – это решение уравнения. Многочлен равен нулю. Поскольку а не равно нулю, иначе многочлен не второй степени, а первая, это нам не интересно, то на а можно разделить, и многочлен примет вид попроще. Всего два параметра – p и q. Но насколько я могу судить, работая в ВУЗе, решать квадратные уравнения школа учит до сих пор, достигая в этом определенных успехов. И думаю, что эта формула вас не удивит. И, может быть, вы помните из школы, что в зависимости от того, что стоит под корнем квадратным, если там больше нуля, то два корня, если ноль, то один корень. Если отрицательное, то действительных корней нет. На ученом языке вот это p квадрат минус 4q называется дискриминантом. И вот есть те три случая, которые я сказал. Если мы нарисуем графики, а график квадратного тричлена параболы, это тоже абсолютно все выносят из средней школы. Я даже знаю почему. Потому что там технология правильная. Когда это проходит, не знаю в каком классе, заставляют картонную параболу обводить карандашиком. По крайней мере, в большинстве случаев. И это остается в голове. Так вот, эти три параболы. Первый случай, когда есть два корня, это точки пересечения с осью. Второй случай, когда эти два корня совпали. Можем говорить один, но лучше говорить, два корня совпали. И третий случай, когда корней нет. А внизу написано, какой при этом дискриминант. А вот теперь давайте посмотрим, что будет происходить, если мы немножко будем менять коэффициенты. Если мы немножко будем менять коэффициенты, парабола начнет двигаться. Она может по-разному двигаться. А могут расширяться, расходиться ветви, сходиться. Но если мы будем мало менять, она будет мало двигаться. И на первой картинке, как были два корня, так и останутся. Если по-другому мало менять, тоже как были два корня, так и останутся. Конечно, можно вытащить ее всю верхнюю полуплоскость, но это не мало. Мало это в каждом случае понимается по-своему, но мало это близко к предыдущему. Значит, здесь структура не меняется. В смысле определения Андронова-Пантрягина в точном смысле. Это то же самое, только на множестве других объектов. Вот эта парабола грубая. Или этот многочлен грубый. Если мы посмотрим на правую картинку, там та же ситуация. Корней не было, при малых шевелениях корни не возникнут. Тоже грубые. А в серединке ситуация не грубая. Вот я поднял немножко, сколь угодно мало. Я поднял эту параболу. Ну и зачем-то, чтобы легче, чтобы лучше было видно, сдвинул направо. Это совершенно не обязательно. И корни исчезли. Я опустил эту параболу, и вместо двух совпадающих стали два разных. Конечно, можно ее подвинуть вправо или влево, так что она и будет касаться, но это не важно. Главное, существуют сколь угодно малые изменения, при которых структура нарушается. Это и означает, что случай не грубый. Как вы видите, здесь все довольно просто, но все это возможно только после понятия грубости. Значит, давайте теперь посмотрим, как это еще можно изобразить. Вот условия, когда негрубый случай, называются условиями бифуркации, называются бифуркационной кривой. Это наш дискриминант равен нулю. Мы его опять можем нарисовать на плоскости, но эта плоскость другая, это плоскость параметров. И вот на плоскости параметров в данном случае это опять парабола, но не имеющая отношения к предыдущей. Координаты другие совсем. И здесь все видно, что бывает. Это вот сама эта парабола, верхнее уравнение. Если мы находимся вне параболы, но вне этой чашки, так сказать, то этой области отвечают системы многочленов, у которых два корня. Если мы попали на саму параболу, то эти два корня слились. И, наконец, если мы попали внутрь, там нет действительных корней. Вот это уже другая картинка, и это называется бифуркационная диаграмма в пространстве параметров. Вот так и изучают, в принципе, динамические системы.
Но чтобы вы увидели, какая тут трудность, я теперь быстренько скажу, что произойдет, если n равно 3. Если n равно 3, то общий вид уравнения вот такой. Тут x квадрат не потерялся, а его всегда можно уничтожить заменой переменных. Поэтому здесь тоже два параметра. Вот эта формула, которая не имеет практического смысла, но зато имеет мощный теоретический, называется формула Кардана для корней кубического уравнения. Для нас главное, что там внутри под кубическим корнем стоят квадратные, а под квадратными корнями, как только отрицательные, значит, в действительной области он не извлекается. Значит, условие бифуркации – это то, что вот этот дискриминант, он опять называется дискриминант, равен нулю. Эту кривую нетрудно нарисовать на плоскости. Это полукубическая парабола. Кривая третьей степени – полукубическая парабола. И это уже бифуркационные диаграммы. Это в пространстве параметров. И области коэффициентов P и Q, которые расположены между этими ветками, там каждой точке отвечает многочлен с тремя корнями. А справа – с одним действительным корнем. На самой красной – линии на бифуркационной кривой, все точки, кроме одной, которую я еще скажу, отвечают случаю, когда два корня совпали, а третий отдельно, все три действительных, два одинаковых, третий разный. И вот этому, этой точке, которая называется точка квадрата, отвечают три равные корня, три кратных корня. Но даже в этой детской, в кавычках, задача, в случае многочлена четвертой степени все сильно усложняется. Там уже пространство коэффициентов будет четырехмерно. Третью степень можно всегда уничтожить заменой переменных. А бифуркационная поверхность, там уже поверхность в трехмерном пространстве, координат я тут нарисовал, выглядит уже хитро. Это так называемая поверхность ласточкин хвост. Значит, это вот такой лист бумаги, он тут изогнут, а здесь он проходит сам сквозь себя, и потом вот здесь вот это ребра возврата. Так что тут много областей и сложная конструкция. А если делать дальше? А дальше нет формул для корней. Но, к счастью, они не нужны. Дискриминант можно написать и без формул для корней. Но начиная со степени 5 и выше – это такие гигантские многочлены от большого числа переменных, что нарисовать это и проследить за этим совсем невозможно. А случай динамических систем значительно хуже в смысле доступности. Во-первых, там никто не гарантирует конечную размерность пространства параметров. Параметры может быть бесконечны. Там никто не гарантирует конечную размерность фазового пространства. И главное – вот в этом случае, где алгебра, там не может быть ситуации, что вот мы движемся в пространстве параметров, вот как здесь, и проходим бифуркации бесконечно, двигаемся по прямой много раз. А в динамических системах, оказывается, бывает. Вы двигаетесь по прямой в пространстве параметров, а бифуркации – счетное множество. Это очень сложные случаи. Значит, вернемся к этой работе. И вот в этой работе Андронов и Пантрягин выделили, что бывает у грубых систем. Оказывается, у грубых систем особые точки должны быть тех типов, которые я показывал в начале, 4 – седло, центр, фокус и так далее. И конечное их число и конечное число предельных циклов. А что не может быть? Не могут быть сложные особые точки. И вот то, что заметил Пантрягин, а в физике это тогда было еще не видно, не допускаются сепаратрисы, идущие из седла в седло. Вот здесь сепаратриса из этой неподвижной точки идет в саму эту точку. Здесь то же самое, только вот эти усы внутри, а тут снаружи. А здесь два разных седла, и сепаратриса идет из седла в седло. Так вот, эта конструкция оказывается неустойчива относительно малых изменений правых частей дифференциального уравнения. Если у вас было вот так, красное седло и синее седло, и есть и черное седло, и есть сепаратриса из одного в другое, сепаратриса – это разделяющая, то при сколь угодно малых добавках, вернее, всегда найдутся такие сколь угодно малые добавки, что она развалится.
На нижней картинке все похоже, но нет траектории, которая идет из одной точки в другую. Вот из этого седла она убежала туда, а из этого вниз. Из седла в седло не идет. Вот это тоже не грубый случай. Значит, дальше эта теория развивалась Андроновыми учениками. И прежде всего, что надо было сделать? Когда уже есть условия грубости, во-первых, их надо доказать, но, конечно, не в полной общности, а для систем на плоскости, и дать классификацию, какие типы грубых систем бывают, как отличить две системы, одинаковые они или нет. Вот тут указана целая серия работ, но не вся. Александр Александрович в соавторстве с Евгением Александровичем Леонтовичем, которая эта задача была решена. Чтобы вы видели, что это не очень просто, вот две картинки, два фазовых портрета, они кажутся одинаковыми. Если мы посмотрим, сколько здесь особых точек, одинаковые слева и справа. Если мы посмотрим, какие типы одни и те же, и слева, и справа. Тем не менее, непрерывно перевести левую картинку в правую невозможно. Значит, это разные качественные структуры, разные фазовые портреты. Возникает чисто математическая задача. Как описать, что значит одинаковые? Эта задача была решена. Но тут трудно выделить, скажем, Андроновым, Леонтовичем, Майером. И они ввели инвариант схема динамической системы на плоскости. Называется схема. Дальше я хочу показать математических учеников Андронова. Дело в том, что школа Андронова, то, что у нас называется, это не школа теории колебаний. На самом деле разумнее выделить три школы. Одна школа – это школа по теории автоматического регулирования, но она функционировала, сейчас не знаю, я не специалист, в Москве. То есть, конечно, ей занимаются, но можно ли то, что там осталось, назвать школой Андронова? Вот в чем вопрос. Другая школа – школа теории колебаний. Она жива в Нижнем Новгороде. И третья школа – это чисто математическая школа по качественной теории динамической системы, теории бифуркации. Но эта школа активно работает. В связи с разными ситуациями, которые происходят в нашем высшем образовании, сейчас надо сказать, что ядро этой школы – высшей школе экономики. Но это не значит, что есть какая-то борьба. Есть люди, которые работают по-прежнему в университете, есть люди, которые работают в Институте прикладной физики. В общем, все сотрудничают. Но ядро школы живо и, я бы сказал, интенсивно работает, но в высшей школе экономики. Так вот, основные ученики Андронова, я думаю, все, в области чистой математики, представлены на этом слайде. Ну, Евгений Александрович Леонтович Андронова, я про нее сегодня немножко говорил и упоминал ее работы. Артемий Григорьевич Майер, совершенно замечательный математик. Он приехал в Нижний Новгород чуть раньше Андронова, в 30-м году, Андронов в 31-м. Он был ученик Хинчина в Москве, занимался теорией чисел, но там у него, как говорят, не пошло. Так бывает. И здесь он довольно быстро познакомился с Андроновым и стал его, в общем, главным учеником. И он сделал замечательные работы. Но здесь я уже не могу объяснять на параболах, я просто ограничусь словами. Ему принадлежат крупные достижения в теории динамических систем на поверхностях, то есть не на плоскости, а, скажем, на торе, на двумерных поверхностях. И он сделал мощную работу, решил так называемую проблему Бирхофа о центре динамической системы. Я понимаю, что это просто слова, но я скажу ее содержание. Дело в том, что как теперь все, кто этим занимается, и даже те, кто этим не занимаются, хорошо знают, что системы трехмерные совершенно несопоставимо сложны по сравнению с системами на плоскости, так вот первый факт, который показывает, что системы в пространстве трехмерном гораздо сложнее, чем на плоскости, получил Майер. Он доказал, что длина до центра может быть трансфинитом второго класса любым. То есть система может быть сколь угодно сложной в пространстве.
Но это немножко не то, что странный аттрактор. Там другое. Просто, что с траекторией могут вести себя очень сложно. Николай Николаевич Баутин, это ученик Андронова, он занимался многими вещами, и в частности он занимался часами. Помните, я вам сказал, что часы – это пример системы, в которой есть автоколебания. И вот он занимался этой теорией, и он стал одним из самых крупных специалистов в Советском Союзе по теории часов. И, насколько я знаю, он даже сотрудничал с часовыми заводами. Правильно я говорю? Николай Федорович Отроков. Андронов о нем отзывался очень высоко об его аналитических способностях. Но я думаю, что Отроков не получил никаких значительных результатов, но пользу принес, перевел книгу Дюлака по дифференциальным уравнениям. Юрий Исаакович, один из самых сильных учеников Александра Александровича Андронова, у него была очень мощная кандидатская диссертация, знаменитая идея разбиения. Кстати, в одном дворе, можно сказать, висит мемориальная доска Андронову и мемориальная доска Юрия Исааковича Неймарку. Но что он сделал в области динамических систем, я рассказывать не буду. Он и без этого, кстати, сделал очень много. Но, например, организовал факультет ВМК. Что, конечно, не научное достижение, но достижение в области организации науки и очень важное. Вот. Что было дальше? Андронов и его ближайший сотрудник Майер умерли очень рано. Майер в 1951 году, Андронов в 1952 году. А школа, как я уже успел похвастаться, сохранилась до сих пор. И в этом большую роль сыграла прежде всего Евгения Александровна Леонтовича Андронова. Дело в том, что еще при жизни Андронова и Майера был план написать монографию по вот этой науке, которая уже современная. На самом деле начало заложено Пуанкаре, качественной теории дифференциальных уравнений. Но с тех пор было много сделано. Про автоколебания это Пуанкаре ничего не писал. Один раз сказал, и то нашли через 80 лет. Вот написать такие книги. Но при жизни Андронова и Майера это не было сделано. И вот Евгений Санна в сотрудничестве с Израилем Исааковичем Гордоном написали и в середине 60-х годов опубликовали две книжки: «Качественная теория дифференциальных уравнений» и «Теория бифуркации дифференциальных уравнений». Ну, так сказать, физически писали, то есть работали над текстом и писали в то время не на компьютере, а руками. Евгений Санна и Израиль Исаакович Гордон. А авторы на обложке все четверо, конечно. Баутин и Леонтович написали еще одну очень полезную книгу. Эта книга, наизусть не помню. Лена Васильевна, помните название? «Методы и приемы исследования дифференциальных уравнений», скажем так. Дело не в этом, содержание ее я знаю. Там очень большое количество конкретных примеров динамических систем и дифференциальных уравнений, на которых показано, как работает техника из этих двух предыдущих зеленых книг. Вообще у Баутина были мощные результаты и кроме часов. Я о них скажу чуть позже, если не забуду. У меня осталось еще немножко. Одним из выдающихся нижегородских ученых, который, конечно, относится к школе Андронова, но Андроновым является, если так можно сказать, научным внуком, внук через Юрия Исааковича Неймарка, это Леонид Павлович Шильников. Но вот мемориальная доска Шильникову висит на Гагарина в университетском кампусе. Значит, ну что здесь? Сказать стандартные слова, что Шильников является всемирно известным ученым, и основные его результаты – это качественная теория, теория бифуркации многомерных систем. Вот на этой картинке проиллюстрирована бифуркация, которая состоит в том, что вот здесь трехмерная система, и вот здесь на этой на кусочке плоскости, скажем так, фокус, а потом по траектории из фокуса возвращается сюда.
Значит, это седло-фокус, сложная особая точка. Что получается при малых добавках из такой точки? Это очень непростая задача. Она непростая как геометрически, как вообразить, что получается. И она еще более тяжелая после... Или такая же тяжелая, что после того, как увидел, как получается, как это аккуратно доказать. Там очень сложная техника. Но это один... единственный пример, а там таких примеров много. У Шильникова много учеников, которые в значительном числе до сих пор живы, здоровы и работают. Я уже не буду упоминать совсем действующих математиков, но и скажу, что в этой школе Шильникова изучалась такая модная вещь, как аттрактор Лоренца. Но здесь я не специалист, и я могу только как попугай повторять всякие слова про хаос динамический и так далее, чего я делать не буду, потому что времени и так не остается. Я лучше расскажу под конец лекции то, где я специалист. Дело в том, что в математике все связано. И Андронов, как настоящий математик, обладал очень широким кругозором. Кстати, Андронов обладал не только математическим широким кругозором, и не только физическим, а вообще. Частично об этом говорит и выставка «Шкаф Андронова», о которой Евгений Михайлович говорил. А я и без этого шкафа Андронова знал, потому что я видел настоящий шкаф Андронова, который стоял вот здесь, на втором этаже, но в старом здании. И я видел, какие там книжки по разным областям знаний и культуры. Но там была только маленькая часть книг Андронова. А вот дома у него, кроме раскладушки, стола, стула и книг, не было в его комнате, по крайней мере, ничего. Это я точно знаю. Но я не буду так сильно отвлекаться, а покажу вам еще одного математического человека из школы Андронова. Это Дмитрий Андреевич Гудков, мой учитель. Почему здесь стрелка идет пунктирная, я сейчас расскажу. И здесь вот появится еще одна стрелочка, короткая, но сплошная. Дело в том, что есть такая задача, вернее, лучше сказать, был такой человек Гильберт, который в 1900 году, великий математик, тогда, можно, здесь можно смело сказать, в тот момент на рубеже веков в мире было два самых великих математика. Это Пуанкаре и Гильберт. Они были абсолютно разные по пониманию математики, и занимались разными вещами. И вот на конгрессе, Второй всемирный конгресс математиков в Париже в 1900 году, Гильберт выступил с беспрецедентным докладом. Довольно молодой тогда человек, до 40 лет, взял на себя смелость сказать, какими задачами математики должны заниматься в предыдущем, следующие 100 лет. Это начало 20 века. Там 23 проблемы. И вот одна проблема, я все читать не буду, я прочитаю только... Даже не читать не буду вообще. Проблема состоит в том, чтобы сказать, как устроены алгебраические кривые. Алгебраические кривые второй степени устроены просто. Эллипс, гипербола, парабола. Проходится в школе. Алгебраические кривые третьей степени устроены гораздо сложнее, но с ними справился никто иной, как Ньютон. И эта работа Ньютона, на мой взгляд, более значительна, чем его... работы по дифференциальному и интегральному исчислению. Просто с той точки зрения, что дифференциальное и интегральное исчисление висело в воздухе. И если не Ньютон, то примерно в то же время его бы построили и без Ньютона. Что, собственно, и случилось. Лейбниц построил его по-своему. А вот кривые третьей степени в воздухе не висели. У Ньютона есть еще замечательные математические результаты, не связанные с математическими началами натуральной философии и с дифференциальными интегральными исчислениями. Так вот, задача состоит в том, чтобы сказать, как устроены алгебраические кривые. Оказалось, что до пятой степени все легко, а в шестой степени Гильберт, сам Гильберт, великий математик, справиться не может. Гильберт вообще, как правило, включил проблемы... свои проблемы, те задачи, с которыми сам не мог справиться. Знал, что они трудные. Что здесь интересно? Эта проблема состоит из двух частей. А во второй части написано, в связи с этой чисто алгебраической проблемой, которую я назвал про кривые, как мне кажется, должен быть решен с помощью упомянутого метода непрерывного изменения коэффициентов и ответ на который имеет важное значение для топологии семейств кривых, определяемых дифференциальными уравнениями,
Откуда видно, что Гильберт Пуанкаре читал? Такой вопрос о максимальном числе и расположении предельных циклов Пуанкаре для дифференциального уравнения первого порядка и первой степени. Вида вот такого. Но то, что здесь написано, это то же самое, что было написано x точкой равняется p, y точкой равняется q. Но только p и q многочлены. И вот вопрос, сколько есть предельных циклов. Разумеется, Александр Александрович Андронов эту проблему знал. Но, во-первых, он был широко эрудированный человек, а вообще это из его области, это же про предельные циклы. Но если он знал и эту проблему, то он знал и ту, которая была на предыдущем слайде. Первую часть, про кривые. Но вот знал ли он, что попытки решить ее, как писал Гильберт, упомянутым методом непрерывного изменения коэффициентов, не прошли, я не уверен. Дело в том, что у Гильберта были, у него было три дамы ученицы, которые занимались этой задачей. Но две дамы, Клара Лобенштайн, а вторую я забыл, как зовут. И Грета Кан занимались в начале века попытками реализовать идею Гильберта. И у них ничего не получилось. Здесь я люблю говорить фразу: диссертации они защитили, но задачу не решили. И вот это Андронов, наверное, не знал, потому что эти работы появились здесь уже, когда Гудков стал заниматься. Гудков их нашел. И вот, когда Дмитрий Андреевич вернулся после войны в университет, а ушел он на войну, он получил университетский диплом 21 июня 1941 года. И после чего всю войну, конечно, математикой не занимался. Он вернулся в университет, стал искать задачу. И задачу ему предложил Александр Александрович Андронов. Эта задача была такая: разработать теорию бифуркации для алгебраических кривых, основанную на понятии грубости и степеней негрубости. Как вы видите, здесь ни слова не сказано про кривые шестой степени, про проблему Гильберта. Хотя, я думаю, Андронов ее знал. Идеология Андронова была здесь другая. Он хотел отработать технику и методологию работы с грубостью и с бифуркациями на более простом объекте, чем динамические системы. А почему алгебраические кривые более простые, чем динамические системы, я немножко сегодня объяснил. Но, по крайней мере, там пространство параметров конечномерно всегда. И вот Дмитрий Андреевич с Андроновым беседовал мало. Я боюсь, что только один раз. Мне Дмитрий Андреевич говорил: я Андронова боялся. В те годы я мог месяц ничего не делать, а потом недельку подзаниматься. А к Андронову надо было приходить один раз каждую неделю. И я его боялся. А самому Андронову некогда было. Он был уже больной человек, у него было масса дел. Он был депутат Верховного Совета. Не буду все перечислять, читайте биографию. И поэтому в основном Дмитрием Андреевичем занимался Майер. Но я тоже не думаю, что много. У Майера на это тоже не было ни времени, Майер умер в 1951 году, ни сил. Но Дмитрий Андреевич называл своим учителем Майера. Когда Петровский Иван Георгиевич, академик, ректор МГУ, позже очень известный человек и замечательный математик, и человек тоже хороший, у него прозвище в истории «Человек 10 тысяч добрых дел» у Петровского. Петровский был знаком, конечно, с Евгением Санной Леонтович и с Андроновым еще по московскому времени. И когда Петровский узнал, он написал, цитирую опять по памяти: «Заниматься такой задачей построения теории грубости, конечно, хорошо, но неплохо бы при этом иметь в виду конкретную задачу о кривых степени 6». И вот Дмитрий Андреевич обе эти задачи решил. Он разработал теорию грубости, и он решил задачу из первой части 16-й проблемы Гильберта. Если у вас есть еще немножко сил, мне осталось 3 слайда. Я сейчас договорю. Договорите или я могу пролистнуть? Вот мне кажется важным отметить, что ведь это все было личная встреча. Вот те задачи решай. Дмитрий Андреевич всегда подчеркивал, откуда взялась задача. Вот здесь есть цитата, я прочитаю ее одну. Андронов считал желательным применение понятия грубости и степеней негрубости к исследованию топологии алгебраических кривых.
Он предполагал, что такой подход, во-первых, будет полезен при изучении алгебраических кривых, во-вторых, на более простом математическом материале, чем обыкновенные дифференциальные уравнения, позволит работать сами понятия грубости и степеней негрубости, что в дальнейшем упростит применение этих понятий к более сложным объектам. Дальше во второй цитате, это все из статьи в матсборнике, где как раз излагается построенная Гудковым теория. Гудков пишет, что сами понятия грубости и степеней негрубости для алгебраических кривых сформулировали Андронов и Леонтович. В своем знаменитом обзоре, потому что это был первый обзор по этой тематике в журнале «Успехи математических наук» в 1974 году, Дмитрий Андреевич тоже сослался на Андронова. Этот обзор, когда Дмитрий Андреевич писал, я уже как бы был его учеником, то есть это все было на моей памяти, и этот обзор, его консультировали выдающиеся математики, Арнольд уже упомянутый, письменно, в переписке, Ольга Арсеньевна Олейник, завкафедрой дифференциальных уравнений в МГУ, Владимир Абрамович Рохлин, замечательный тополог из Санкт-Петербурга. Все эти письма сохранились и опубликованы в книжке, которую вы знаете, Наталья Борисовна, да? И вот Олейник пишет: «Зачем вы упоминаете Андронова?» И Дмитрий Андреевич объясняет: «Я упоминаю об Андронове потому, что идею исследования, идея использования различений кривых по степеням негрубости была высказана им устно и до него не применялась. Если не упомянуть, то получится, что идея принадлежит мне, что неверно». Ну а теперь я расскажу, поскольку это быстро и красиво, какой ответ на эту задачу. Понимаете, в математике бывают просто красивые вещи. Здесь можно не понимать существа, а смотреть на картинку. Значит, на этой картинке нарисованы в закодированном виде, ну написано, конечно, возможные расположения овалов кривой степени 6. Выражение вида 2, 1, 5 означает, что есть один овал, следите за зайчиком. Внутри 2 овальчика, а снаружи 5. Значит, 4, 1, 6, 1 большой, внутри 4 маленьких, и снаружи 6 маленьких вне друг друга. Вот такая кодировка. Просто чтобы избежать рисунков. Так вот, все, что может быть из общих, довольно несложных и всем известных, главное, алгебраических теорем, здесь переписано. Вот этот вот треугольник трехэтажный означает 3 овала, вложенные друг в друга, как 3 концентрических окружности. Так вот, наиболее интересный вопрос верхней строчки. Она введена красной рамкой. В 1876 году немецкий математик Харнак построил расположение, которое один овал в одном и 9 вне друг друга. Гильберт это знал, стал развивать идеи Харнака и довольно быстро построил симметричную картинку. Стал действовать дальше, и ничего не получается. И высказал гипотезу, что в верхнем ряду больше ничего нет. Частично эта гипотеза оправдалась. Петровский в работе 1938 года доказал, что 11 овалов вне друг друга не бывает. А полный ответ получил Дмитрий Андреевич в 1969 году. Напомню, что задача была поставлена в 1948 году. А на решение ушло, ну считайте сами, 21 год. И ответ выглядит так. Существует все, что расположено ниже ломаной. И, как видите, гипотеза Гильберта была неверной. Вот эта кривая еще существует. Ее построил Гудков. Очень красивая картинка, но дело не в красоте, а в том, что этот результат сдвинул эту область, некачественную теорию, а задачу Гильберта о кривых, с мертвой точки, на которой она находилась 70 лет. И эта задача стала интенсивно развиваться и пока еще развивается. Ну вот, на этом я заканчиваю. Вот книжки про Александра Александровича Андронова. Конечно, не все, но вот после 92 года я других книжек не знаю. Интересная книжка «Сухой остаток» Юрия Исааковича Неймарка. Она, кроме всего прочего, интересна тем, что там есть большое дерево Андронова и его учеников. Настолько большое, что оно там занимает 7, по-моему, страниц. Но, правда, не только по математике, а по всем трем
областям, о которых я уже сказал, по автоматическому регулированию, нелинейным колебаниям и дифференциальным уравнениям. И очень интересная книжка, изданная в университете «Личность в науке», потому что там много документов. Вот. И, пожалуй, я завершу это следующей цитатой. Эта цитата частично отвечает на вопрос, почему школа Андронова в значительной мере еще жива. Но я могу говорить в основном только про школу по качественной теории, потому что я тут почти внутри. Так вот, один из ответов в этой цитате. Эта цитата опять принадлежит Сергею Михайловичу Рытову. «С приходом Леонида Исааковича в МГУ, там, а в дальнейшем связанных с Леонидом Исааковичем лаборатории ФИАН, возникла и долгое время существовала после его смерти особая атмосфера, полная взаимной доброжелательности и чуждая малейших компромиссов в требованиях, предъявляемых к ученому. Без такой атмосферы, вероятно, вообще нельзя говорить о научной школе». Так вот, все, что сказано Рытовым про школу Мандельштама, относится и к школе Андронова. Можно было бы еще рассказать интересные вещи об исследованиях Андронова по истории науки и истории математики и биографии Лобачевского, но нельзя злоупотреблять доверием слушателей. Большое спасибо.